Я не сильно чувствую, да? Я тебя.
это взять зарплату в эту. А ты ему просто сам поведение делаешь, да? Вот. И с ним поведение. Сколько у нас? Смотри, там эти через грудь резко, чтобы он руки не выставлял. Хотя мельницу. А сколько времени? А ты правильно часы? Правильно? А, тогда стоп, мотем. Если это правильные часы, то мы уже... Нет, если ее сами поставили. Тогда встали. Пошли, что мы поставили. Заправили. После того, как я отпущу, можете бороться. Пошли вокруг ковра. Да, ты после того, как мы попрощаемся, тоже закончишь. Да, он уже не борется. Все, привет, не надо. Не надо. Да сейчас попробуй. Хорошо, все, построили. Вот здесь, построили. Прям бегут. Дистанция. Сейчас водику найти, понимаешь? Раз, два, три, вон, два, три. Макс, встань вперед, пожалуйста, сюда. Да, сюда. Значит, еще раз. Когда я тебя взвешивал? Когда я? Жай. Точно? Вора, 4 до 5. С 4 до 5 борешься? 70. Вини. Вини. И с 12 часов? Тотальный 1. Там уже скажут. Да. Вы когда взвешиваетесь? Нет. Нет, только во сколько? Какие воли? 5. Чинч? До 6. Шарса. Так, а борешься ты в Жой, 12 часов. Еще я вот там, вдруг они что-то поменяют, мы не расслабляемся. Вы боретесь Жой, Жой, а Кентарий у вас, Жой, Кентарий. Жой, Кентарий, да, Лапас, Плащеш, Вини. Вини, Лора, Брюзвича, но еще вы должны узнать, и какой здесь у тебя должен быть? Минус 90. 90. 190, да? 90-500 килограмм. 90-500. Хорошо. Вопросы есть? Нет. Все. А сколько мне надо? Да. Насчет на завтрак, да? Ты сможешь подойти? Да. К 10. Но там не к 10 надо. 10. 10, 10, да? 9.30, где встречаемся? Не, не здесь встречаемся. Сейчас я вам скажу, где встречаемся. Слышите? Туда? Идет 142 маршрут. Подойти, знаете куда? Сейчас я расскажу. Тантус. Макс, можешь подойти? Катерин, нам холодильник надо привезти. Значит, смотрите, где мы встречаемся. Вот этот круг. Круг. И там есть остановка на Рештан. А, мы знаем. Да. Вот там остановка на Рештан. Вот Грантьевс. А? Вот Грантьевс. Это напротив. Напротив, мы поняли, да. Вот там, где экипаж. Да. Мы возьмем, поедем на Рашкановку, но нам надо быть там в 10 часов. Значит, то есть так вам маршрутка идет отсюда? Да, там любой троллейбус идет. Да, там любой троллейбус. Нам надо два раза ехать там. А где именно на Рашкановку? На Рашкановку карманы. Буднос. Это Рашкановку. Вы нам напишите в Вайбере, где именно. Так мы там, я там тоже буду. А, ну тогда мы спали. 9.30, да. 9.30, оттуда идет маршрутка 140, отсюда прямо туда, 140-я. И мы тогда сядем на нее и поедем туда. Но если в 10 часов мы подъедем туда, она в 11 уходит? В 11. Ну тогда мы просто вытащим, и она может уйти. Да. А вот на машину тогда уже сказывать на 10.30. Потому что вдруг что-то не получится. А? Ну да, конечно, чтобы поместить. Как вытащим, сразу можно набрать. Да, мы подождем. Пусть сначала вытащим, потом позовете, чтобы мы ищем. Нет, да, а потом вдруг заняты будут. Что мы будем делать? Да так я скажу, 10.30, он будет 10.30. Хорошо, да? Значит, мы встречаемся там. Что делаем, холодильник выносим и приносим. Все, мальчики, все. Thank you.
Так что кто будет? Все будут. 9 часов 30 минут включается на остановке. Я Денису передам. Хорошо. Вот здесь на остановке. А? Пацаны, здесь на остановке, напротив. Да, стоп, давайте сделаем так. Здесь будет ходить, вот там молитесь. А ты перейди сюда, пожалуйста. Возьми мяч и ты уйди туда. Кумна не пахнет.